Приветствую всех любителей качественного звука. Сегодня поговорим о трендах, если быть точным, о беспроводных наушниках. Многие, наверное, слышали о компании Sennheiser. Эта фирма, как акула среди других производителей наушников, плавающих в мелководье, они всегда могли составить конкуренцию другим, невзирая на разную ценовую категорию. И с каждым днем все большую популярность набирают беспроводные наушники с автономностью на целый день. Sennheiser, недолго думая, выпускают еще одну модель беспроводных наушников под названием IE80SBT. Они взяли уже готовую модель 80-х эсок, с которыми вы могли ознакомиться в наших салонах, и прицепили к ним кабель с ошейником и электроникой. Кто не встречал ранее 80-е наушники, то расскажу, что корпус у них из легкого полимера, в котором поместили динамик с неодимовым магнитом для мощной динамической и драйвовой подачи. Звук достаточно точный, выразительный и чистый. Также стоит отдать должное новому кодеку HWA, так называемый HRS Wireless Audio от Huawei, который делает звук еще лучше, чем aptX Low Latency. Компания Huawei решила не оставаться в стороне и представила кодек HWA, разработанный совместно с компанией TIG. По качеству звука он аналогичен соньковскому LDAC. И теперь владельцы Huawei могут наслаждаться высококачественным беспроводным звуком, так же как и владельцы Sony. Услышав данные наушники, делаешь вывод, что электронная и роковая музыка играет весело, задорно и сочно. Но вот классика и вокальные жанры приукрашиваются легкой низкочастотной вуалью, и мне лично не хватало немножко открытости и ясности на вокале. Но это не самый плохой вариант, но обязательно стоит послушать перед покупкой, так как кто-то может предпочесть более яркий и воздушный арматурный вокал. Но зато если вам захочется еще добавить землетрясение в мозг, то на каждом наушнике есть отдельный регулятор, которым с помощью специального инструмента из комплекта можно добавить или убавить низкие частоты. Несмотря на характерную подачу звука, сцена и объем достаточно приличного размера. Время автономной работы при воспроизведении музыки составляет около 6 часов, но в режиме ожидания 80-е могут продержаться до 2 недель на одном заряде. Вы можете возразить, 6 часов – это на самом деле не так уж и много на сегодняшний день. Согласен, но не стоит забывать, что у наушников установлен мощный магнит и качественные динамики, плюс вдобавок поддержка современных кодеков, и в результате имеем самый качественный беспроводной звук на данный момент. А благодаря зарядке USB Type-C батареи требуется всего 1.5 часа, чтобы достичь максимальной емкости. Сами наушники легкие и не громоздкие, компактные. Заушина на кабеле приятно лежит на ухе и не мешает. Я с легкостью проходил в наушниках около 3-3,5 часов без дискомфорта. Если посмотрим на ошейник, то с левой его стороны увидим трехкнопочный блок управления наушниками, регуляторы громкости, плей-паузы и разъем для зарядки. Также выделили отдельную кнопку для вызова голосовых помощников – Siri и Google Assistant. В зоне управления также имеются два универсальных микрофона с технологией шумоподавления, которые обеспечивают отсутствие помех при разговоре и разговоре с голосовым помощником. Алло. Сейчас вы можете слышать примеры записи разговора через микрофон наушников. Алло, куда вы звоните? А сейчас я переключил настроенный микрофон телефона. Это SoundMag, алло. Я не фанат наушников с ошейниками, но учитывая легкость этой модели, я не заметил его на себе даже через несколько часов ношения. И этот тип наушников является отличным вариантом для людей, которые опасаются потерять полностью беспроводные наушники или надоело им менять кабели, которые перегибаются и рвутся у проводных наушников. Но удобство этих наушников не только в их форм-факторе крепления. Вы также получаете различные амбушюры, среди которых есть пара двух фланцевых силиконовых амбушюр и пенные компли. А все это для максимальной шумоизоляции и кастомизации наушников под ваши уши. Для того, чтобы сохранить компактность и легкость наушников, активное шумоподавление здесь отсутствует. Для кого-то это мог бы быть решающий фактор при выборе, но на практике пассивной изоляции и уровня громкости было вполне достаточно, даже в метро. В конце концов, это беспроводные Bluetooth наушники с плотным и сочным звуком, а благодаря поддержке большинства беспроводных кодеков их и вовсе можно назвать аудиофильскими беспроводными наушниками. Я вам рекомендую обязательно с ними ознакомиться в наших магазинах в Киеве, в Одессе и Днепре.
В конце концов, это беспроводные Bluetooth наушники с... Это SoundMag?